Дорогие друзья, если вы смотрите наши новости каждое утро, то вы должны знать всю правду российского шоу-бизнеса. А перед началом просмотра рекомендую вам подписаться на наш канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, друзья, чтобы каждое утро получать уведомления о том, что мы выпустили свежий выпуск на нашем YouTube-канале. Многие забыли известную актрису театра и кино Барбару Брыльску. Наши источники за границей сообщают о том, что на данный момент она находится в Варшаве, в одной из лучших клиник. Ее обнаружили в ее доме без сознания. Оказывается, как говорят медики, у актрисы поднялось давление, и она потеряла сознание. Ее обнаружили ее родственники. Что будет с ней дальше, друзья? Смогут ли медики помочь известной актрисе Барбаре Брыльской? Стоит только надеяться. Смотрите наши новости, друзья, и вы узнаете всю правду. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Я благодарю вас, друзья, за всю вашу поддержку, которую вы оказываете нам.